Да, добрый день, добрый вечер, уважаемые друзья, коллеги. Мы продолжаем наш онлайн-марафон, посвященный проведению Международной недели инвесторов в России. Меня зовут Мамута Михаил, я руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России. И сейчас мы поговорим о том, какие основные финансовые инструменты присутствуют сейчас на рынке, с какими рисками они связаны, что мы видим как Банк России с точки зрения рисков и, возможно, этих инструментов. И, безусловно, мы готовы и попробуем ответить на все вопросы, которые уже поступили в режиме там, предварительного анонсирования темы и будут поступать сегодня в ходе эфира. Я вопросы вижу прямо здесь, поэтому просьба их, вы можете начинать задавать их уже сейчас. Я постараюсь ответить на все, но если вдруг по какой-то причине нам не будет хватать времени, или вдруг вопрос окажется сложным и требующим дополнительного анализа, то мы на него ответим чуть позднее в письменной форме на Фейсбуке. Дополнительно хочу обратить внимание, что мы по традиции не комментируем конкретные надзорные меры в отношении действующих компаний, поэтому просьба вопросы задавать либо опосредованно, либо я не буду озвучивать название компании, если не будут появляться вопросы. Спасибо за понимание. Что такое, прежде всего, международная неделя ИОСКО и почему мы в ней участвуем? ИОСКО – это Международная комиссия по рынку ценных бумаг. Это так называемый орган по установлению стандартов в финансовой сфере, в который входит большинство развитых и развивающихся экономик мира, включая Россию. Комиссия работает над тем, чтобы с помощью таких верхнеуровневых стандартов, стандартов достаточно широкого назначения, отрегулировать основные моменты, связанные с развитием финансовых рынков, предоставлением финансовых услуг и, что очень важно, защитой прав потребителей финансовых услуг, в первую очередь инвесторов. Мы принимаем в деятельности ИОСКО активное участие, как Центральный банк, и одно из наших направлений работы – это как раз Комитет по защите прав розничных инвесторов. Международная неделя ИОСКО проводится уже второй год. Прошлый год это был такой пилотный проект, в котором мы приняли участие. В этом году мы уже более системно к этому подошли. Мы считаем эту тему очень важной, поскольку, во-первых, мы видим рост числа розничных инвесторов на российском рынке. Он продолжается каждый год уже несколько лет. И мы видим растущий интерес граждан, потенциальных инвесторов к вложениям денежных средств не только в привычные депозиты, но и в более сложные, в более рискованные финансовые инструменты, такие как акции, облигации, инвестиционное страхование жизни, использование института индивидуального инвестиционного счета достаточно активно развивается. И это, безусловно, очень хорошо. Мы, как Центральный банк, заинтересованы в том, чтобы розничных инвесторов было больше, чтобы они оказывали существенное влияние на экономическое развитие страны, поддерживали наши предприятия. Но при этом мы, опять же, как Центральный банк, должны быть уверены в том, что права инвесторов надежным образом защищены, что им не продают неподходящие, неподобающие инструменты финансовые, что компании добросовестно выполняют свою работу по квалификации инвесторов, и если вдруг права инвесторов нарушаются, то они могут обратиться за защитой, в том числе и в Банк России. Конечно, у Банка России компетенции не безграничны, мы действительно существенным образом влияем на развитие финрынков и на защиту прав инвесторов на финрынках, но компетенции каждого органа власти определены законом. Надо сразу, наверное, сказать, еще раз об этом сказать, что Банк России не регулирует гражданско-правовые споры. Это споры имущественного характера, в которых там стороны не согласны, кто кому и сколько должен денег. Это в том числе относится к рынку инвестиций. Но зато в нашу сферу ответственности попадает весь перечень вопросов, связанных с законами прямого действия, с нормами прямого действия, с обязанностями профессиональных участников рынка ценных бумаг по раскрытию информации, с тем, как выполняются распоряжения клиента по покупке ценных бумаг и финансовых инструментов, их продаже, удержанию в депозитариях. Поэтому
Безусловно, периметр поведенческого надзора, который сегодня обращает, в котором мы все больше внимания обращаем именно на поведение инвесторов в отношении своих, извиняюсь, профессиональных участников в отношении инвесторов, все время растет. А при этом финансовые рынки сегодняшние чем характерны? Они очень быстро, можно сказать, на глазах видоизменяются, усложняются, развиваются. А если раньше на финансовых рынках, ну, были вполне понятные там, легко объяснимые инструменты, такие как акции, облигации, я думаю, что в этой аудитории нет смысла там, тратить время на объяснение, чем акция отличается от облигации, но, в общем-то, можно было на пальцах объяснить, во что ты вкладываешь деньги, во что инвестор вкладывает деньги. То последние годы финансовые рынки очень быстро усложняются, появляется масса производных финансовых инструментов, и этот пласт, или, скажем так, класс финансовых инструментов все время растет. Это уже совсем другая история. Производный финансовый инструмент, он привязан к определенному базовому активу, к той же самой акции, облигации, и зависит его, как бы, поведение зависит от того, что меняется у базового актива, а там, как правило, комбинации базовых активов, различные их наборы, поэтому предсказать поведение производника уже значительно тяжелее, даже если пытаться это сделать, чем базовая, там, той же самой акции или облигации хорошего эмитента. Да? Но и это еще не все. На рынок выходят так называемые структурные финансовые продукты. Это уже фактически упаковки, в которые входят разнообразные финансовые инструменты с разным уровнем риска. Там могут быть простые инструменты типа акций, облигаций, могут быть производники, могут быть индексные инструменты, может быть еще что-то. А с одной стороны, структурники, структурные финансовые продукты, ну, удобны для профессиональных участников тем, что там можно именно комбинировать различные виды активов, подбирая под наилучшее соотношение риска-доходности. Но для потребителя, для инвестора такие инструменты являются достаточно сложными. И в силу этой сложности они требуют особенного внимания как по раскрытию информации, что в них входит, так и по соответствию риск профиля конкретного инвестора рискам актива, которые включаются в состав структурников. А в Западной Европе широко распространена такая, ну, как бы квазиценная бумага, но это не ценная бумага, а квазифинансовый инструмент, как структурный депозит. У нас пока их особенно нету, но я там чуть-чуть забегаю вперед, наверное, надо про них тоже сказать два слова, поскольку структурный депозит – это как бы депозит, но там настоящим депозитом является только малая или некоторая часть. Это то, что действительно защищено системой страхования вкладов, которая в Европе тоже работает, хранится в банке, инвестируется банком в кредиты и, в общем, ведет себя как обычный депозит. А часть этого депозита – это структурные финансовые инструменты, то есть тот самый набор финансовых активов, который я сейчас вам говорил, о котором говорил, он может быть достаточно сложным. И наши европейские коллеги в рамках своего европейского регулирования рынка ценных бумаг и поведения розничных инвесторов очень много внимания обращают на этот класс финансовых инструментов, потому что здесь потребитель еще чаще оказывается недолжным образом проинформирован об их природе. О чем еще нужно сказать? Вот пока у нас все-таки количество розничных инвесторов, ну, относительно мало. Несмотря на то, что мы видим его рост, абсолютные цифры – это сотни тысяч или, там, может быть, миллион розничных инвесторов. Это, конечно, намного меньше, чем на развитых финансовых рынках и Европы, и Америки. Это значительно меньше, чем на финансовом рынке Китая и других юго-восточных странах. То есть потенциал дальнейшего развития сегмента розничных инвестиций, он велик. И, как я уже говорил, это, в общем-то, неплохо. Но, с другой стороны, чтобы двигаться вперед масштабно, чтобы мы были уверены в том, что эти миллионы или даже десятки миллионов инвесторов потенциальные не пострадают от некачественной работы отдельных компаний, либо от собственного непонимания видов финансовых активов и того, как они себя ведут в случае изменения конъюнктуры цен или наступления каких-то там триггерных событий, то вот именно в этой связи мы сейчас активизировали работу над реформой системы квалификации розничных инвесторов, которая в России давнишняя, я бы сказал, уже совсем морально устаревшая. Не хочу употреблять слово архаичное, хотя, в общем-то, она такая вся кусочками. Так сложилось исторически, что нет какой-то целостной системы квалификации, а есть отдельные ее элементы в разных сегментах финансового рынка.
Наши европейские коллеги прошли уже этот путь, и там сейчас применяется так называемая система стандартов MiFID II, которая очень подробно описывает, как профучастники должны оценивать уровень понимания или соответствие риска инструмента, понимание этому риску розничным инвесторам. И это очень правильная модель, потому что иногда ошибочно говорят, что Банк России планирует этой системой квалификации ограничить права розничного инвестора. Это глубоко не так. Идея состоит ровно в обратном. Мы не ограничиваем права гражданина, мы устанавливаем обязанности по оценке того, насколько каждый конкретный инвестор понимает риски приобретаемого им инструмента, и возлагаем эти обязанности на профессиональных участников рынка ценных бумаг, собственно, как оно и есть во всем мире. А в этом смысле это очень важная реформа, поскольку она направлена на минимизацию случаев, в которых человек приобрел что-то, не зная что, и через некоторое время понял, что он совсем не то купил, что собирался, или вообще непонятно, что купил. Но прошло время, он пытался вернуть свои деньги, либо совсем их не вернул, либо вернул с очень большими дисконтами. Вот, безусловно, это вызывает нашу серьезную озабоченность, и переход к новой модели квалификации или системе квалификации, который концептуально согласован и сейчас переходит на стадию обсуждения законопроекта, представляется нам одной из важнейших инициатив, направленных на обеспечение долгосрочной стабильности рынка розничных инвестиций в России. А вполне возможно, что и этих мер окажется недостаточным, поскольку и рынки развиваются, и появляются новые виды инструментов, и, в общем-то, новые виды проблем. Но в любом случае двигаться нужно эволюционно, шаг за шагом, и мы будем использовать именно такой подход. А если говорить о текущих проблемах финансового рынка, который мы видим с точки зрения взаимодействия с розничными инвесторами, то я бы обратил внимание прежде всего на такое нарастающее явление, как мисселлинг. Мисселлинг – это, ну, скажем так, бич европейских стран, Америки, там, любых стран с большими финансовыми рынками. Да? Мы это слово тоже, понятие последнее время начинаем использовать достаточно активно. К нему уже более-менее все привыкли, но на всякий случай скажу, что мисселлинг там дословно это продажа путем обмана, то есть продажа путем неправильного информирования об финансовом инструменте, либо введение в заблуждение, либо умалчивание определенных его существенных характеристик, под влиянием чего потребитель, инвестор совершает ошибку, которая потом может превратиться в убыток без понимания того, из-за чего этот убыток, собственно говоря, наступил. Вот пока для России мисселлинг явление относительно не массовое, опять же, если сравнивать нас с более развитыми финансовыми рынками, но поскольку мы уже понимаем, каких масштабов оно может достичь, и не видим смысла повторять чужие ошибки, то мы начали превентивно противодействовать мисселлингу. И первый инструмент противодействия здесь – это стандарты продаж финансовых инструментов, стандарты информирования потребителей о свойствах этих финансовых продуктов и услуг. Надо сказать, что такие стандарты сегодня у нас есть возможность разрабатывать и внедрять на всех сегментах финансового рынка через базовые стандарты защиты прав потребителей /инвесторов. Подобные стандарты для большинства финансовых рынков уже разработаны. Для рынка именно ценных бумаг они находятся в процессе разработки, но мы исходим из того, что в ближайшее время они должны быть завершены, работа над ними, они должны приобрести статус документа. А базовый стандарт – это документ, который разрабатывает саморегулируемая организация на финансовых рынках, ну, в данном случае профучастников рынка ценных бумаг, и согласуют затем с Банком России. Там достаточно подробно описывается, как именно, что именно, в какой форме, в каком объеме должно доводиться до сведения потенциального клиента, инвестора, перед тем, как будет совершена покупка. И каким образом защищены его права, если он решит отказаться от этой покупки, либо иным образом там как-то изъявить свою волю. И этими же стандартами устанавливаются правила информирования для продавцов. Вот это очень важная история. Мы должны с вами, коллеги, там одинаково понимать ситуацию, что может быть любой очень хороший инструмент, продукт, да, классно паспортизированный, описанный, но если продавец неправильно про него рассказывает и это никак не контролируется, то это плохо работает и плохо заканчивается. Еще один момент, да, о котором надо сказать, это из планов, помимо противодействия мисселлингу,
Это, наверное, история, связанная с развитием маркетплейсов с точки зрения защиты прав потребителя. Тем более, что у нас есть такой вопрос, я к нему так и так собирался перейти. Так вот, маркетплейс – это, безусловно, веление времени, поскольку развитие информационных технологий, появление таких онлайн-каналов, продаж, обслуживания неизбежно ведет к появлению и новых форм взаимодействия между инвестором и продавцом финансовой услуги. И это, в общем-то, очень удобно, когда есть в интернете некое пространство, да, где на витрине собраны предложения различных продавцов, витрина их некоторым образом вместе с агрегатором сравнивает между собой, анализирует, и человек может выбрать там наиболее подходящее именно ему предложение в условиях достаточно сильной конкурентной среды. То есть на уровне идеологии это звучит действительно очень хорошо, поскольку у тебя есть право прямого выбора того, что тебе лучше всего подходит. А более того, систему в будущем, наверное, можно будет подстраивать под каждого конкретного человека через систему мобильных приложений, привязанных к маркетплейсам, да, в которых он может свой пользовательский профиль выставлять таким образом, чтобы правильным образом характеризовать свои потребности. И если он будет отпрофилирован, то есть у него будет уже свой риск-профиль, то система сможет помочь ему сформировать правильный набор финансовых инструментов, наиболее подходящий под его риск-профиль для вложения денежных средств. Хотя это дело будущего, вот сейчас над таким пилотом и над соответствующим законопроектом Банк России работает, а срок его появления я сейчас называть не буду, поскольку это зависит не только от нас, а от многих других уважаемых органов власти. Но хочу сказать, что мы обращаем самое серьезное внимание на вопросы защиты прав потребителей и прав инвесторов через подобные платформы. То же самое относится и к вопросу развития краудфандинга и краудинвестинга. Это тоже довольно такая новая сущность, парадигма, в которой также мы прописали достаточно такие серьезные меры по защите прав неквалифицированных инвесторов. Мы все хотим избежать ситуации, при которой в дальнейшем люди, разочарованные результатами своих инвестиций, да, такое, к сожалению, тоже бывает, причем это разочарование наступает не в силу убытка как такового, убыток неизбежен в тех или иных случаях на финансовых рынках, но важно понимать, из-за чего он наступил. Так вот, разочарование, наступающее в силу непонимания, в силу обмана, это самый опасный вид разочарования, потому что он на многие годы подрывает доверие и желание заниматься тем или иным видом деятельности, да, как инвестиционная деятельность, причем как сарафанное радио, это оказывает очень деморализующий эффект на значительные слои. Ну вот, пожалуй, с точки зрения целеполагания завершаю. Мы искренне надеемся, что наша неделя инвесторов и те онлайн-марафоны, которые в рамках этого происходят, помогут вам сделать правильный выбор. Мы приветствуем заинтересованность людей становиться розничными инвесторами, но стараемся, чтобы люди были к этому максимально подготовлены и получали от этого максимум удовольствия, а не разочарования. Кстати говоря, уже заканчивая эту тему про финграмотность, еще раз упомяну, что с нашей точки зрения человек сначала должен сформировать себе подушку безопасности в форме депозита или сбережений, а уже потом, когда у него есть что-то, на что можно пережить сложные времена, и в международной классификации это 3-4 месяца, мы обычно рекомендуем 6 месяцев, да, потому что 6 месяцев – это примерное время среднего поиска работы в России в случае потери существующей работы. Так вот, вот когда у тебя есть такая подушка безопасности, можно относительно спокойно заниматься экспериментами на рынке инвестиций, то есть становиться инвестором. Но здесь тоже имеет прямой смысл начинать с максимально консервативных стратегий, то есть пробовать инструменты, где соотношение риск-доходность самое приемлемое. Да, там не такая высокая доходность, если мы говорим, например, про сегмент ОФЗ или там корпоративных бондов, облигаций крупных наших голубых фишек, да, или акций. Но при этом человек постепенно учится чувствовать тонкости разных финансовых активов и, повышая свой уровень, может достаточно уверенно двигаться вперед. Бросаться сразу в такие, ну скажем так, довольно рискованные вещи, да, как производники или бинарные опционы, или еще там более сложные вещи, типа криптовалют, которые сейчас предлагают на всех углах, да, все, кому не лень. Это, на наш взгляд, очень высокий, неоправданный риск, который, скорее всего, ничем позитивным для сторон не закончится. А теперь я хотел бы перейти к ответу на те вопросы, которые у нас уже поступили там, перед началом трансляции, а потом перейти к вопросам, которые поступают сейчас в режиме прямой линии. Так, вот
Очень хороший вопрос, он звучит таким образом. Есть инструменты, которые не регулируются в правовом поле на территории Российской Федерации, например, бинарные опционы. Но я бы сюда добавил те же самые криптовалюты. Да? Высоки ли, на ваш взгляд, риски связываться с ними, исходя из вашей практики? А если потеряешь средства при работе с бинарными опционами, то что делать? Первое. Вопрос, у кого вы покупаете финансовый инструмент? Мы, естественно, не можем рекомендовать сделки с компаниями, которые не являются регулируемыми поднадзорным Банку России. Это означает, что мы не можем рекомендовать сделки с иностранными финансовыми компаниями, да, и мы не можем рекомендовать сделки с нерегулируемыми участниками рынка по совершенно понятным причинам. Если это нерегулируемый участник рынка, если он нам не поднадзорный, то мы практически ничего не сможем сделать в случае наступления проблем. И тут путь защиты, как правило, только один – это правоохранительные органы. Но там надо будет доказывать как минимум умысел, мошенничество, либо хищение денежных средств. Это сложно, долго и, честно сказать, не всегда заканчивается успехом, потому что многие сделки вполне законны так по своей правовой природе. Что касается иностранных продавцов, здесь ситуация немножко другая. Да, они могут быть вполне законны, действовать в той или иной юрисдикции, но если человек не квалифицированный инвестор, то прежде всего ему стоит задаться вопросом, а куда я пойду защищать свои права, если по той или иной причине что-то пойдет не так. Вот готовы ли вы судиться на Кипре, или во Франции, или в Люксембурге, или где-нибудь там на Британских Виргинских островах, да? Это вопрос, потому что если вы не готовы, то надо понимать, что вы правом на судебную защиту в России, скорее всего, воспользоваться не сможете. Другое дело, если это уже очень квалифицированный инвестор с большим опытом, он понимает этот риск, и, скажем так, у него есть деньги нанять адвоката, который будет отстаивать его интересы в зарубежной юрисдикции. А поэтому, во-первых, нужно смотреть на того, с кем ты взаимодействуешь, что это за субъект. Перечень всех регулируемых Банком России компаний есть на сайте Банка России. У нас есть специальный раздел «Реестр участников финансового рынка». Это все там несложно посмотреть. И мы планомерно на протяжении уже нескольких лет продолжаем работу по очистке реестров от слабых игроков, от компаний, которые не могут должным образом выполнять свою работу и тем более обязательства перед гражданами. Теперь, что касается, собственно, самих инструментов, вот таких как бинарные опционы. Он в настоящее время в российском праве не регулируется. Нет такого финансового актива. Это фактически сделка, при которой ты либо угадал, либо не угадал. То есть есть определенный порог. Если ты угадал, то ты получаешь что-то. Если не угадал, то ты не получаешь значение, да, то или иное. Но это, понимаете, спорный вопрос, является ли это вообще финансовым активом, финансовым инструментом, или это сделка пари. По этому поводу в разных странах есть разные подходы к регулированию. Есть страны, где это признается пари, то есть разновидностью игры, игровой индустрии. Да? Есть страны, где это считается некоторым подвидом финансового инструмента. Но надо сказать, что во всех сделках пари почти всегда действует простое правило. Они не защищаются судебно. Здесь нечего оспаривать. Ты либо выиграл, либо проиграл. Поэтому риск на то, что ты проиграешь, он достаточно велик. И опять же, если человек является неквалифицированным инвестором, то начинать с подобного рода сделок, на мой взгляд, очень недальновидно, да, и опасно в конечном итоге. А криптовалюты, не могу про них не сказать, потому что мы эти вопросы все равно постоянно получаем, и позицию мы свою озвучивали, у нас есть официальные пресс-релизы. Криптовалюты текущего поколения, которые всем хорошо известны, это различные коины, на наш взгляд, содержат в себе существенные риски для розничных неквалифицированных инвесторов. На самом деле для всех инвесторов, но для розничных они максимальны именно в силу неспособности не предугадать, что будет происходить с рыночными котировками на эти инструменты и, что еще раз повторюсь, очень важно, невозможности законным образом защитить свои права. Криптовалюты, о которых мы сейчас говорим, вообще не имеют юрисдикции, в которой они были бы прописаны. Да, это сделки на доверие, совершаемые в отдельных абсолютно системах. А проблема в том, что вам просто некуда будет пойти. Нет такого суда, в который можно было бы обратиться со оспариванием сделки. Нет такого регулятора, к которому можно было бы прийти за отдельными случаями. Да? Но вот, например, в России пока юридически, регуляторно этот вид инвестиций никак не защищен. Ну и вы сами подумайте, там те виды инвестиций, где вам обещают доходность десятки, а то и сотни процентов годовых, связаны с колоссальным риском. Понятно, что чем выше доходность, тем выше риск, хотя, как ни странно, иногда это классифицируют ровно наоборот. Мы слышали такие оценки, да, от граждан, что чем выше доходность, тем ниже риск.
потому что у компании много денег, она может платить высокую доходность. Да? Но понятно, что вообще в классике финансов, экономики все строго наоборот. Так вот, невозможно здесь обеспечить права инвестора. И я хочу на это обратить ваше серьезное внимание. А следующий вопрос был, есть ли риски в ценных бумагах, выпущенных иностранными организациями, если я хочу их приобрести, как именно лучше сделать, на что обратить внимание. Фактически я на него уже ответил. Риски там связаны как, собственно, с юрисдикцией, в которой обращаются эти бумаги, и юрисдикцией, где находится продавец бумаг, да, то есть где они вообще есть, в какой стране. Не везде так просто защитить свои права, например. Ну и что касается самих иностранных организаций, вы знаете, есть перечень иностранных ценных бумаг, торгуемых на российских биржах. Здесь все достаточно понятно, прозрачно, поскольку они проходят соответствующие процедуры допуска, оценки, есть признание бирж, которые действуют между ними, да, есть определенные индексы, в которые включены эти бумаги, уважаемые индексы, и можно более или менее быть уверенным в том, что это такое, хотя и не на 100%. Но иностранные бумаги, как и российские, вообще могут быть совершенно разными. Широко известна тема junk bonds, то есть таких как бы бросовых облигаций, которых много на международных рынках, и профессиональные инвесторы в них действительно вкладывают часть своих денег, там, ту часть портфеля, которая у них предназначена для инвестирования в высокорискованные активы, исходя из логики, там 10 раз потерял, 2 раза заработал, но зато заработал столько, что покрыл 10 потерь. Насколько эта стратегия подходит для Никвала, судите сами, но по нашему мнению это, конечно, очень высокорискованный и высокопрофессиональный вид инвестирования, который для человека, только выходящего на фондовый рынок, ну, очевидно, не подходит. Да? А дальше, вопрос про ИСЖ. Вот это очень хороший вопрос. Звучит он так. Кому стоит вкладывать деньги в инвестиционное страхование жизни? Можно ли накопить таким образом на пенсию? Каковы риски вкладчика? О чем стоит спрашивать продавцов ИСЖ, чтобы избежать потерь? Очень хороший вопрос, в нем уже есть ошибка, здесь нет вкладчика, начнем с малого, да? Здесь есть страхователь, который в то же время является инвестором, потому что ИСЖ состоит из двух частей, да? Это, собственно, страховая часть, да? Это классическое рисковое страхование жизни, здоровья, там, смерти и так далее, несчастного случая, которое всем хорошо понятно и все умеют пользоваться. Но там есть еще так называемая инвестиционная часть, которая включает в себя набор инвестиционных продуктов, вкладывая деньги в которые теоретически можно заработать достаточно приличную доходность. Да? Но надо учитывать несколько важных вещей. Во-первых, эта доходность не гарантирована. Вот что мы видим, что иногда при продаже ИСЖ там потребители говорят, что доходность составит 12% или больше. Это уже нарушение закона. Не может быть никакой обещанной доходности по подобным роду инструментам, потому что никто не знает, будет ли она, если будет, то какая. Единственное, что можно в этой ситуации говорить потребителю, что доходность за прошлые 5 лет по этому инструменту или по сходному с ним инструменту составила столько-то процентов. Но это не значит, что она будет такой же в будущем. Поэтому здесь первый риск – риск негарантированной доходности. А мы с этим сейчас часто сталкиваемся, потому что в основном люди жалуются нам на ИСЖ следующим образом. Человек пришел в банк либо открывать депозит, либо у него кончается срок вклада, он хочет его переоформить, и ему предлагают вклад на условиях, которые сейчас, ну вот до последнего небольшого подъема на рынке вкладов, которые сейчас являются нормальными. То есть это там 4-5%, может быть 5 с небольшим процентов. Многим людям эта доходность кажется низкой. И они говорят, а нет ли чего-нибудь поинтереснее? Да? Выясняется, что поинтереснее есть, это как раз инвестиционное страхование жизни, оно уже лежит готово, и тут же оно попадает на стол продавца. Да? Часто, насколько мы понимаем, и мы это фиксируем в рамках наших мероприятий по так называемому тайному покупателю, действительно продавец не обратил внимания покупателя, что эта доходность не гарантирована. Поэтому первый риск, на который надо обращать внимание. Второй риск. Эти вложения не застрахованы. В отличие от депозита, где в сумме до 1,4 миллиона с процентами в одном банке ваши вклады застрахованы в АСВ, вложения в ИСЖ не застрахованы ни в какой части. Собственно говоря, если разорится страховая компания по тем или иным причинам, которая вам продала этот продукт, то деньги будут, скорее всего, полностью потеряны, ну или
с высокой вероятностью это будет именно так. Поэтому здесь надо понимать, что страховки нет, а раз нет страховки, значит, собственно, выше риск, ну, ровно за счет этого выше доходность, да. А, наконец, третья очень важная история – досрочное расторжение договора. Предположим, что даже все в порядке, человек вложил свой кровный 1 000 000 рублей или там 100 тысяч рублей, у кого сколько было временно свободных денег, приобрел СЖ, и вот ему через полгода вдруг понадобилось срочно забрать деньги. Если бы это был депозит, то он бы точно забрал всю сумму, которую он вложил, и еще, да, небольшой, но процент сверху, потому что какой-то процент все равно начисляется даже при досрочном расторжении вклада. Если это СЖ, то возникает понятие так называемой выкупной суммы, которая очень сильно зависит от срока, от степени досрочности в расторжении договора. То есть если у вас договор СЖ на 5 лет, например, а вы расторгаете его через полгода или через год, то потери, совершенно официальные потери, прописанные в договоре, могут составлять несколько десятков процентов от суммы, которую вы внесли. И это все написано. Другой вопрос, читает ли это потребитель, покупая СЖ. Иногда, как мы видим, эти покупки совершаются спонтанно, именно на обещаниях высокой доходности, обещаниях низкого риска. Бывает, что совсем уж неприлично используются слова, что продукт застрахован, это мы тоже фиксируем. Поэтому с СЖ нужно быть, ну, в достаточной степени аккуратным. Тут важно отметить, что мы не против СЖ как такового, как, ровно как мы не против любого официального финансового инструмента. У них у всех есть право на жизнь, свой потребитель, свой спрос. Но как любая сделка, как любая продажа, она должна производиться честно. И потребитель должен понимать, что он покупает. В качестве простого примера, вы пришли в магазин покупать сыр, а вам продали колбасу. Но сказали, что она лучше сыра. И вот вы пришли домой, начинаете ее есть, и вдруг понимаете, что у вас аллергия на мясо, а вам не сказали, что это мясо, да? Что вообще-то говоря, вы любите вкус молока, от этой штуки пахнет коровой. И что вы делаете? Вы идете в магазин со словами, что вы мне продали, заберите это обратно. Вот нужно понимать, что никакой принципиальной разницы здесь нет, кроме того, что вы рискуете в первом случае в основном здоровьем, если вы что-то съели неподходящее, да? А во втором случае возвратом денег, которые вы вложили. Ну, кстати, и здоровьем в итоге тоже. А ровно поэтому на все добровольные виды страхования, включая СЖ, распространяется сейчас так называемый период охлаждения. Довольно общеизвестная вещь, но иногда про нее забывают. На всякий случай напомню, да, что по закону потребитель, то есть застрахованное лицо, может отказаться от добровольного страхования в течение 14 дней с момента заключения договора. И страховая компания обязана вернуть человеку всю сумму, за исключением так называемого периода платы за фактическое пользование продуктом. То есть если там он на год рассчитан, вы пользовались 5 дней, значит за 5 дней с вас могут взыскать пропорционально сроку какую-то сумму удержать, но в целом вам обязаны все деньги возвратить обратно. Это полезная новация, норма, если про нее помните знать, поэтому, наверное, не лишнее еще раз об этом сказать. Вот то, что касается СЖ. Надо сказать, что нас, ну, в определенном смысле тревожит сейчас происходящее на этом рынке. Мы обращаем достаточно серьезное внимание на то, как продаются СЖ. Нам не нравится, когда они продаются как коробки, то есть коробочные продукты, вот из серии «пакет молока купил», да? Потому что внутри СЖ могут быть именно инвестиционные части страхования, могут быть скомбинированы очень разные и сложные активы, которые по-хорошему требуют оценки риск профилирования человека перед продажей. А часть участников рынка ведет себя в этом смысле очень прилично и достойно, они действительно оценивают риск-профиль, действительно пакуют туда именно то, что человеку подходит, но в некоторых случаях этого не происходит. Поэтому мы думаем, что в этом сегменте нужно будет предпринимать дополнительные усилия со стороны регулятора, направленные на обеспечение контроля качества продаж и на честность этих продаж со стороны компании, которая реализует СЖ. Ну, это может быть, кстати, сама страховая компания, банк как агент, интернет-продажи. Тут возможностей, вариантов очень много. Еще один вопрос связан с ОСАГО. Звучит он так. Слышал, что ОСАГО будут по-другому считать, но уже запутался. Как именно? От чего в итоге будет зависеть цена полиса, видимо? Объясните, пожалуйста. В настоящее время ЦБ вместе с Минфином и при активном участии Государственной Думы работает над этим законопроектом.
Действительно, необходимость совершенствования регулирования в сегменте ОСАГО назрела. Мы это знаем, потому что мы видим это по обращениям потребителей, по жалобам достаточно многочисленным. И хотя небольшие тенденции к улучшению сейчас есть, в том числе благодаря электронному полису, который так или иначе помогает, пусть не на 100%, но помогает в этой ситуации, но тем не менее говорить о том, что проблема решена системно, наверное, нельзя, и мы этого не делаем. Поэтому реформа, которая называется стабилизация рынка ОСАГО, готовится, но обозначить сейчас какие-либо конкретные цифры, параметры я бы воздержался и не стал бы этого делать, просто потому что дискуссия по большинству из них пока не завершена. Она продолжается, и когда она будет завершена на уровне органа власти экспертов, она обязательно будет подвергнута публичному обсуждению. Вот есть еще один хороший вопрос. Что из себя будет представлять экзамен для доступа к срочному рынку? Он будет легче экзаменов СФР. Тут надо просто уточнить, я, правда, уточняю, не знаю, насколько быстро автор может повторный вопрос выслать, но если речь идет о онлайн-экзаменах для инвесторов, которые мы предусмотрели в законопроекте о реформе квалификации, вот то, что я уже говорил, квалификации розничных инвесторов, да, то это вопрос понятный, я на него сейчас отвечу. Значит, как я уже говорил, когда человек хочет приобрести тот или иной финансовый инструмент, брокер или доверительный управляющий должен оценить его соответствие риску этого инструмента по определенной модели, которая называется оценка соответствия. Но мы предусмотрели в нашем законопроекте и другую опцию, когда человек сам может оценить свой уровень знаний, уровень понимания риска, то есть сам себя протестировать. Ну, в каком-то смысле это веление времени, потому что если раньше надо было руками обязательно идти к брокеру, там, ногами, извините, да, то сейчас все больше и больше сделок совершается через интернет, поэтому и система оценки квалификации может и даже, наверное, должна быть дистанционной. Предполагается, что это будет работать таким образом. На неком сайте, да, будут размещены перечни вопросов по отдельным видам сделок на финансовом рынке. Например, сделки с плечом, маржинальной так называемой торговли. Да, это когда ты дополнительно к своим деньгам используешь еще плечо, которое тебе предоставляет профучастник. Или сделки на срочном рынке, сделки с производными финансовыми инструментами. То есть то, что требует неких специальных знаний. И если неквалифицированный инвестор, не обладающий достаточным опытом, доходом, хочет себя попробовать, то есть приобрести, например, инструмент срочного рынка, то он, заходя на этот сайт, сможет за там, 15-20 минут, это, очевидно, будет достаточно простой тест, не такой сложный, как экзамен ФСФР, о чем здесь говорится, да, поскольку все-таки речь идет не о управляющих, не о профессиональных каких-то игроках, да, а именно подтверждение готовности человека, как неквалифицированного инвестора, работать с более сложными финансовыми инструментами. Так вот, он сможет за там, несколько десятков минут ответить на 10, там, 12, может быть, плюс-минус вопросов и понять, насколько это ему очевидно, что он делает, и таким образом получить оценку своих знаний. Если она будет достаточно высокой, то человек с этой бумагой может прийти к любому профучастнику или не приходить, а по интернету ее каким-то образом отправить, да, и таким образом у профучастника не будет дополнительных вопросов, связанных с проверкой его квалификации, она уже пройдена. Но здесь сразу скажу, риск того, что она пройдена честно, он уже на самом инвесторе. Если он попросил своего знакомого, который торгует на московской бирже, ответить за него на эти вопросы, да, он этот экзамен сдаст, но вопрос, кого он при этом больше обманул, там, себя или знакомого, остается открытым. Потому что в случае, если потом он понесет потери и придет с жалобой на брокера или там куда-то еще, да, на кого-то еще придет к регулятору или в саморегулируемую организацию, но при этом будет подтверждение, что он сам сдал этот экзамен, и это будет достоверная сдача, введение в заблуждение всегда является обстоятельством, которое освобождает от ответственности продавца. То есть, если это сознательный обман, ну тогда это будет риск на стороне уже покупателя. Да? Так, следующий вопрос. Какой ориентир по вступлению в силу закона, связанного с категоризацией инвесторов? Примерная дата.
Но если я скажу 1 ноября, это будет неправда, это будет непримерная дата, точно. Вы знаете, я так скажу, мы заинтересованы в том, чтобы этот закон, законопроект стал законом как можно скорее. Почему? Потому что мы каждый день, работая с жалобами, в том числе, понимаем, что рынок растет, значит, растет число людей, сталкивающихся с теми или иными проблемами. Но я думаю, что он станет законом после того, как мы завершим диалог с нашими коллегами из там, правительства, с Государственной Думы, и он будет соответствующим образом рассмотрен Госдумой и Советом Федерации, и подписан президентом. А на сегодня мы прошли достаточно большой диалог с рынком, у нас была длительная дискуссия с профессиональными участниками финансового рынка, с НАУФОР, с Национальной фондовой ассоциацией, и я хочу сказать, что вот тот концепция, которую мы сейчас имеем в обсуждении, это консенсус, который учитывает как интересы регулятора, интересы, естественно, потребителя в первую очередь, так и возможности и готовность участников финансовых рынков. Поэтому надеемся, что у него достаточно хорошая перспектива трансформироваться в закон быстро. Это в наших общих интересах. Хочу сказать, что это еще и в интересах добросовестных участников рынка. Так, вот вопрос. Выгодно ли вкладывать средства в ПИФы, в паевые инвестиционные фонды, которые продают управляющие компании? Или все-таки лучше во вклады? Ну, я уже на этот вопрос пробовал ответить. Доходность вклада обещанная. Возврат вклада гарантирован в сумме 1,4 миллиона рублей, вне зависимости от банка. Выбирайте только наиболее подходящие условия. Вопрос вложения, вернее, доходность при вложении в ПИФы не гарантирована, как и в любые подобные инструменты. Да? Если, конечно, это не облигационный ПИФ, ПИФ, состоящий из облигаций с некой тоже объявленной доходностью, а смешанные, например, варианты ПИФов, то здесь, скорее всего, гарантировать, что все будет вот именно так, как могло бы быть тяжело, да, это может быть та доходность или другая доходность. Я бы сказал так, вот если на практическом уровне отвечать, если у вас еще нет нормальной подушки сбережений во вкладах, то начать, наверное, надо с этого. Сформируйте ее, чтобы вы могли спокойно смотреть в будущее, там, переживать сложности, потом можно начинать экспериментировать. В принципе, что ПИФ, что там какие-то облигации хороших компаний, что индивидуальный инвестиционный счет как инструмент инвестирования, это, на наш взгляд, неплохие и вполне достойные опции, но, опять же, мы рекомендуем начинать с консервативных стратегий. А если у вас еще нет опыта инвестирования собственного, аж для того, чтобы понять, какая стратегия консервативная, ну, во-первых, можно обратиться к любой управляющей компании, она вас оттестирует таким образом и предложит вам риск-профиль ваш, на основании которого будет предложен риск стратегии инвестирования. А второе, я хотел бы напомнить, что у нас вскоре появляется такой закон, вернее, начинает действовать закон об инвестиционных советниках. Это некие независимые консультанты, это люди, которые обладают должными знаниями в этой сфере, являются членами профессиональных саморегулируемых организаций. Да? И вот эти инвестсоветники, их основная задача как раз давать потенциальному инвестору или уже настоящему инвестору беспристрастный, объективный и незаинтересованный совет в том, куда именно ему лучше вложить свободные денежные средства. То есть он фактически делает то же самое, инвестсоветник, что делает управляющая компания. Он риск профилирует человека под стратегию или под сделку, но при этом у него нет заинтересованности продать человеку именно этот финансовый актив. По крайней мере, скажем так, у него не должно быть такой заинтересованности. Это прямо прописано в законе, что это, ну, скажем так, нарушение основ, это просто табу, если у инвестсоветника есть заинтересованность. Тогда он уже не может называться независимым инвестиционным советником. Не зря такое название придумано. Он может быть зависимым советником, работая где-то у брокера либо управляющей компании, но это другая история. Да? Вот если он независимый, то он выбирает для человека лучшую стратегию. И, конечно, это полезная вещь, но и, скажем так, это означает очень высокий уровень требований к самим инвестсоветникам, как профессиональных знаний, так и их этически, с этической точки зрения оценки, их моральных качеств. А ровно поэтому, скажем так, реализовано их обязательное членство в СРО,
потому что СРО будет осуществлять дополнительный контроль за их деятельностью. И также в СРО существуют специальные механизмы, так называемые дисциплинарные комитеты, комитеты по рассмотрению споров различные, да, которые в случае поступления жалоб от инвестора будут оценивать, а правильно ли инвестсоветник, действительно ли он беспристрастно и достоверно оценил, куда человеку вкладывать деньги. Причем, естественно, за определенную степень вины будет установлена ответственность, в том числе и материальная. Но в целом мы считаем, что институт инвестсоветников – неплохое будущее. Так, коллеги, вопросы я пока новые не вижу. Если они и есть, ну вот про риск-профиль я уже ответил. Тут был вопрос, как мне определить свой риск-профиль и понять, куда можно инвестировать. Я уже отвечал, это делают управляющие компании, либо инвестсоветники. Да, вот вопрос хороший. Как реагировать на навязчивую рекламу финансовых услуг по телефону? Имеют ли право банки и другие компании так использовать мои персональные данные? Отвечаю. Вопрос живой, прям животрепещущий. Я сам постоянно получаю какие-то смс-ки, рассылки, да, звонки с предложением бесплатно меня проконсультировать, куда лучше вложить денежные средства. Да. Я даже один раз ради интереса прослушал такое объявление, но, честно скажу, мне не очень понравилось качество того, что мне рассказали. Право на использование ваших персональных данных есть у третьей стороны, если вы ей это право дали. То есть, если вы когда-то пришли, например, в банк или там в страховую компанию или к профучастнику и подписали согласие на использование ваших персональных данных для дальнейшего информирования о продуктах, услугах, там, путем рассылок, смс-ок, звонков, то такое право есть. И пока вы его не отозвали, такая компания звонит вам совершенно легально. Ну, может быть, это лишний раз подумать, надо ли ставить галочку в соответствующем месте, хотите вы получать эту рекламу или не хотите. Да? В конце концов, никто не мешает вам ее отозвать. Но для этого надо помнить, где именно вы ее давали. Сегодня, поскольку люди такие согласия дают, ну там, считай, каждую неделю по разу, да, то, конечно, как правило, вся эта реклама валится, ну, предложение услуг валится достаточно законно. Ее рекламой, может быть, некорректно называть, потому что это не публичная оферта, а именно такое персональное предложение. Немножко другая правовая история. Но, тем не менее, право на использование персональных данных, скорее всего, было дано. Тем не менее, если есть сомнения, появились у вас, как у гражданина, что вы давали такое согласие этому лицу, то с такой жалобой можно спокойно обратиться в Роскомнадзор, поскольку это ведомство, которое, ну, непосредственно обеспечивает контроль правильности использования персональных данных, и у них есть свои надзорные полномочия проверить, запросить соответствующую компанию, чтобы она подтвердила, что вы выражали ей согласие на использование ваших персональных данных. А уж тогда будет понятно, было у нее такое право или не было. Но вообще надо сказать, что сейчас разрабатывается в целом в мире такая концепция, которая называется концепция электронного согласия. В концепции электронного согласия предполагается, что есть какое-то там место в интернете, да, защищенное, где человек дает и отзывает свои согласия, чтобы это было не на разовой основе, там где-то дал его и забыл, а все было собрано в его там неком профиле. Идея очень правильная, на мой взгляд, и явно все туда идет, потому что это просто удобно, это соответствует велениям времени, и при должном уровне информационной безопасности это действительно выгодно для человека. Но пока что еще речь идет о концептах, скорее, чем о работающих подобных инструментах, наверное, это несколько лет займет. Вот еще вопрос, вы говорите, рынки усложняются, а будут ли на российском рынке электронные помощники и робоэдвайзеры? Хороший очень вопрос. Такие прямо вопросы животрепещущие, связанные с велением времени, наверное. Да? Действительно, последнее время на рынках, международных финансовых рынках получают распространение роботизированные советники, робоэдвайзеры. Собственно говоря, роботизированная торговля на финрынках – это уже давно даже никакая не инновация. Торгуют, тем более на высокочастотным образом, торгуют почти исключительно роботы. Это редчайший случай, чтобы там люди торговали. Да? Но роботы в смысле алгоритмы, не настоящие железные люди, алгоритмы. Да? При этом в отношении робоэдвайзера, то есть это такой советник, который по своей природе делает то же самое, что обычный инвестиционный советник, но является при этом электронным алгоритмом. А пока ситуация не такая, на мой взгляд, практически понятная. Примеры робоэдвайзеров есть. Мы знаем, что в Великобритании тестируют такую песочницу для робоэдвайзеров. Да, на российском рынке есть компании, которые продвигают робоэдвайзеров и уже пользуются ими. А для нас здесь ответ, ну, достаточно очевиден, что система робоэдвайзеринга будет развиваться, сомнений нет. Это, опять же, в рамках технологического тренда.
Появление таких роботов, которые будут оценивать ваш поведенческий профиль, ваш риск-профиль, не хуже, чем это делает человек, тоже вопрос времени, он не за горами. Я не знаю, сколько лет это займет, пока робот это сможет делать лучше человека, но, судя по общим темпам развития специализированного искусственного интеллекта, я думаю, что это не десятилетие, это значительно более короткий срок, да, рискну предположить. Но тут очень важный вопрос, кто несет ответственность за этот совет. Когда вам советует конкретный человек, обладающий статусом инвест-советника, вот именно он за это отвечает, да? А когда это делает некий, ну, неизвестный вам на самом деле алгоритм, без имени, фамилии, отчества, вопрос, а что с ним можно сделать, если он вам насоветовал что-то непонятное, он остается открытым, оштрафовать его, наверное, нельзя, привлечь к суду тоже тяжеловато, да и репутационный вред ему сильно не повредит, он возродится через день там, под другим именем. А в мире по-разному решают этот вопрос. Некоторые регуляторы идут по пути тестирования алгоритмов, то есть они проверяют их в боеспособном таком боевом режиме, тестируя на различные, ну, скажем так, на адекватность риск профилирования. Да? То есть они сравнивают то, что тестируют роботы с тестированием реальных инвест-советников высокого класса, и затем выносят там мнение о его валидности, то есть валидируют таким образом алгоритмы. А есть другой подход, более простой. Вот алгоритм кому-то принадлежит. Если он принадлежит тому или иному профучастнику, то значит ответственность за неправильную квалификацию или неправильный совет, который дает алгоритм, несет профессиональный участник. Это так называемая норма фидуциарной ответственности, когда они неразрывно связаны между собой, и финансовая ответственность на владельца алгоритма, который поднадзорен регулятору. Мы пока у себя эту тему еще обсуждаем. То есть она действительно очень новая, и практически нигде в мире нет 100% готового решения. Исходим мы, как я уже сказал, при этом из понимания того, что такая система с высочайшей вероятностью будет развиваться, но нам необходимо, чтобы при этом, ну скажем так, ни один инвестор не пострадал от использования этих робоэдвайзеров. Пока я могу только посоветовать быть достаточно осторожным, если вы такими сервисами пользуетесь. Вот мне подсказывают, что время, к сожалению, подошло к концу. У нас был очень, на мой взгляд, интересные вопросы, очень интересный эфир. Спасибо вам огромное за внимание к теме, за то, что вы так профессионально и по существу спрашивали. Надеюсь, что я смог на большинство вопросов ответить. Но мы рады продолжить общение в каждодневном режиме. Пишите нам, звоните, приходите в гости, с удовольствием пообщаемся и продолжим дискуссию на таком же в каждодневной основе. Спасибо.